Ребят, всем привет! Мы с вами снова находимся на воде, и наша задача сейчас поймать щуку. Очень хочется поймать щуку, хотя бы какую-нибудь. Поедем мы на речку Татьянка, и там будем пробовать. Приманок, соответственно, достаточно много. Возможно, на обратном пути даже попробуем троллинг. Ну что же, поехали! На мосту уже пробка образовалась. Классическая ловля спиннингом при стоянке на якоре не приносила никаких результатов, поэтому я решил попробовать половить на дорожку. Рыбачил самым примитивным образом. Прицепил блесну вращалку, забросил ее как можно дальше и на малом газу начал движение. Мотор C-Pro T2.6 достаточно стабильно работает на малых оборотах, и лодка медленно движется со скоростью около 2 км в час, неся за собой блесну. Я старался плыть так, чтобы блесна двигалась вдоль кувшинок, и результат не заставил себя ждать. Ребята, первый успех на троллинг. Небольшая, но все же такая хорошенькая, пойдет. Самое главное, она клюнула, а я-то думал, что ничего нет. Тащу и тащу блесну дальше. Вот, а она клюнула. Кстати, обратите внимание, какой горб. Это, я думаю, от электроудочки такая штука. Ну, вот она, скрюченная. Вот, значит, тут электроудочка наловит. Ну, не может быть такой просто горб у рыбы. Просто так. Вот, ну, троллинг, да, работает. Вытащил я его. Небольшая, опять же, повторюсь. Но на уху пойдет. Ну все, ребят, едем домой. Хорошо, я считаю, покатались. Поймали щуренка, попробовали, что такое троллинг. Всем спасибо за то, что меня смотрите, за то, что были сегодня вместе со мной. Подписывайтесь на полезный канал. До новых встреч. Пока.